Здравы будьте, гости званные да желанные. Я, государь и великий князь сия Руси, целую крест всем православным христианам в том, что мне нынче их жалуя, ни на кого опало не класть и от всякого насильства оберегать. А посему повелеваю гостей зело знатных принять, как подобает, с царским гостеприимством. Ну что, гости дорогие, понравилась ли вам слобода моя Александровская? Понравилась. Очень. По сердцу пришла слепота наша? Да. Вильми понеже, да? Приятно мне слушать речи ваши. Всей трапезной я принимаю бояр вельми знатных. Да и иноземных посланцев из краев дальних. Бывало, часов по 5-6 здесь сиживали, а то и всю ночь пировали. По 65 блюд заставлял каждого отведывать, а кто царю отказать посмел, головы не сносил. Как целиком или по порции? А музыка? Музыка сладка ли для слуха вашего? Да нет. Голову ему долой. И творения мои, государевы, тогда ничего. Сильные называются. Люблю я песнопения духовные, а посему в слободе школу основал для обучения отроков искусству певческому. Велика честь бояре присутствовать на трапезе царской, а посему хочу узнать у вас поболее. Вот ты, боярин, из каких краев прибыть изволил? Как звать, величать? Сергей. Сергей, хорошо. А вот ты, боярин? А? Как звать, величать тебя? Александр. Александр. Хорошо. Откуда прибыл? С Крыма. С Крыма. А вот ты, боярин? Никита. Никита. А уж не родственник ли ты будешь холопа моего, Андрюшки Курбского, Никита? Он собака вон давеча в Ливонию сбежал. Да шлет мне оттуда письма поганые, будто я тиран и деспот. Ну-ка, держи ответ, Никита. Ты тоже так считаешь? Нет, вот правильно, а то я на расправу-то больно быстрой. Не посмотрю, что праздники-то сегодня, да. А... Ух ты, боярня-то какая. А как зовут тебя, боярня? Ольга. Была Ольга, да, была. А тебя как боярыня зовут? Ирина. Ирина. Какие боярницы сегодня. Ты посмотри, станом стройны, бровьми-то союзны. Ох, красавицы. А ведь я 6 раз уже венчан был. И чувствую не последний раз. А как тут удержаться, когда красота такая сама в руки же плывет? А как тебя зовут? Татьяна. Татьяна, Марфа была? Не было Татьяны. А нет ли у нас тут кабинета отдельного? Ой, что занято? Занято? Ну, что все занято? А? Вот это вот ваше, вот это... Реконструкция, а что ли? А ну-ка постоянно, блюдо бы поподносили. Безобразие. Виноваты. Ну ладно. Любовь любовью, а обед по расписанию. Правильно? Пора и за трапезу приступать. Но для начала нужно нам по старинному обычаю выбрать кравчего, охранителя стола, и чарочника. Ну-ка, выбирайте, кто хочет. Кравчий и чарочник. Это почетные звания, ибо это дети не холопов, а бояр родов знатных и уважаемых. Саша. Саша, ты же чарочник. Ну давай, будешь ты у меня кравчий, ты по левую руку сидишь. Давай. Давай, выходи сюда. А он княжеского рода, вот он был как раз. Кравчий, так, а чарочник кто будет? Я буду, я буду. Давай, выходи сюда, чарочник. С места, с леса. Так. Вот, прежде чем Татьяну угостить, да? Пускай кравчий-то сначала попробует угощение-то. Так, а что это за угощение-то такое? А где же у меня цапли, тетерева, почки зайчи верченые? Что такое? Почки зайчи верченые, цапли, ищи, волк
овощи, щита, мясо-то, печенье. Да как что мясо-то? Ну, батюшка, ну мы уже приготовили. А икра баклажанная, заморская-то где хотя бы? Ой, ну красная вот есть, икра зернистая. Зачем же мне гостей-то подчивать-то, а? Я сейчас всех на пол посажу, да что ж такое-то? Пути дороги, красивые. Чем угощать-то будешь, чем? Лепешками ржаными, любимыми. Ну-ка покажи-ка мне, что там за лепешки такие. Вот, пожалуйста, берите. Вот, батюшка. Что это такое? Оцените, батюшка. Ах, так это же медовые. Медовые. По старинному рецепту. По старинному рецепту. Ну, такое только в Слободе. Только в Слободе, только у царя. Да подождите, сейчас, Кравчий, ты уже даже не слушаешь меня, уже не съел. Он пробу снимает. А квасок, как ключница делала? Как тебе? Хороший. Хороший. Улыбается, такой румяный. А что же, яду-то не положили? Я же велел ради праздника, я же пошутить хотел. Что такое? Опять, да что же такое? А как же я веселиться-то буду? Какой же я? Ну, думаю, гости вас повеселят. Они лесу-то мне выбирали? Нет, еще. Ну, царь-батюшка, все красавицы перед вами. Непременно выберем невесту. Невесту выберем. А да, помещения-то и нет, куда ее везти. Я уже выбрал. Вон Татьяна сидит, красавица какая. С почетных гостей, да кланяйся, говорит, царь прислал. Царь прислал. Царь прислал. Угощайтесь воском. Ему подходит. Дорогие гости, можно поставить там? Времена Сони. А есть руки? Сейчас веселье пойдет, девок запряжу. Не корову у нее. Не царский, конечно, но... А того я награжу, кто с толстым здравницей меня поздравит. По-царски награжу, ну кто хочется. Вот давай-ка, Татьяна. Давай, тостов здравницы, поздравь меня, награжу тебя. Ну-ка. Давай. А что я-то? Давай, за все это посол. Нечего кокетничать, давай. Люба, царю, Татьяна, вот и вы про это говорите. Я не поставлю. Поздравить я не пью, поэтому тоску. Поздравить ты меня можешь? Здравь будет государь наш. Правь долгие лета. Вот. Вот. В твое царство страна процветает. Да? И что там еще? И увеличивается. 145 городов, 154 города было. 54 города. Ага. Видишь как? Да только начало 54. Ой, хорошо. А бояре-то у меня сегодня образованные. Внимательно слушай. Ну-ка, а кто ответит-то, откуда такая пословица взялась, не солоно хлебавши? А соль-то там еще не давали. Кому соль не досталась? А соль-то дорогая была. Дорогая, конечно. На вес только почетным золота. Гостям. Солонка возле батюшки стояла, царя. Это что здесь у нас? Это очень почетно, ибо каждый хочет через кубок сей к царю прикоснуться. Ну как раз хоромы нужны побольше. Ну что ж, царь-батюшка. У невесты-то побольше хоромы. Гости готовы. Ну что, электричество проведем? Разы, как говорится, королевского маловато. Ничего, с соседями поссоримся, расширим королевство. Есть где развернуться. Ну что ж, гости дорогие, отправляйтесь невесту мне выбирать. А меня дела государственные удалили. Благодарствуйте, царь-батюшка.